Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. После смерти Айко почти все ожидали, что Асмик Карапетян, с которой она раньше жила под одной крышей, ответит тем же, однако Асмик молчала. Как во время пребывания Айко в больнице, так и после его смерти певица не дала комментариев. Мы искали интервью Асмик в разных временах. Она не говорила об их отношениях много лет назад. По нашей информации, Асмик не хотела говорить о Айко, так как последний предупредил его не задавать вопросы об Асмик перед всеми интервью, что мы нашли архивное интервью, в котором Асмик рассказала о своей любви к Айко следующее. «Я не могу сказать, что когда общественность интересуется лично вами, это очень простой процесс. Целая нация одержима вашей личной жизнью, все задают вам вопросы, дискуссии идут, кстати, все более неправдиво. Конечно, было больно. Когда ты не железный, когда ты эмоциональный человек, естественно, что этот интерес оказывает негативное влияние. Сознательно, работая над собой, я пришла к мысли, что это естественно. Сегодня я уже могу поблагодарить это событие в моей жизни, потому что я думаю, что оно сделало меня очень большим, имело смысл, изменило меня на позитив, то есть я лучше узнала себя, я поняла, что мне нужно. Вы должны благодарить за каждое событие, хорошее или плохое, вы должны смотреть на неудачу как на урок, вы должны пожать то, что должны простить, вы должны упустить это. Добавим, что по нашей информации, Асмик не сумела простить Айко.